А ты за Россию, за своего Путина, у пизды нахуй до своего Путина, пидор ёбаный. Понял? Кошмар. Неплохо. Это женщина. Да ладно, какая ты женщина? Я просто включил, слова еще не сказал. Не придумывай, это не женщина была. Кто-то появился, что вы говорите? Слава Украине. А, в составе России, конечно. Я ебала, ну, похоже, мені чел, короче, викупаєш, зробив татуху. Ти от, кстати, ну, їбальничком на нього дуже похож. Він такий уйобішний, блядь, білобрисий, блядь. А почему ви так много ругаєтесь? В натурі. А що? А это я... Это недостаток образования или воспитания? У вас ще може бути мнение, в принципі. Я воєбаюся. Ну, ахуєнне мнение, яке про вас може бути? Свин, а у нас наше бути, достав нам по... А какое у вас мнение, вот, ну, я считаю, что она из интеллигентной семьи, во-первых, потому что бабочки все-таки, а не черепа наколоты. Во-вторых, Сисяндры не полностью видно, вот. И курит она очень аккуратненько. Я считаю, мадемуазель, ну, из интеллигентной семьи, с, как минимум с двумя высшими образованиями, потому что выражается достаточно конкретно. Вот, все понятно. Поэтому вполне уважаемая леди. Высшее общество, я считаю, где-то, ну, плюс-минус. Если вы просто, ну, просто зомбированные. Зомби, зомби-апокалипсис. Печально на вас смотреть, печально. А почему? А что, не правда? Нет-нет, ну, вы знаете, вы из себя представляете очень печальное зрелище. Не-не-не, шикарная мадемуазель, вы шо? 200 гривен как минимум за ночь. 200, не меньше. Может быть, даже 250. Так что вы, Михаил, зря. Вполне себе достойный экземпляр. Да? Сидят две достаточно молодые. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мать! Хорош! Блядь! Хлебом всего засыпало изо рта. Ты чё? Хорош так кидаться. Ты чё, мать, тут потом пылесосить после тебя? Куда ты столько накидала-то? Ёп, прям это... Все в крошках теперь. Женщины с набитым ртом одна, вторая с сигаретой. Ругаются как... Мать, ну сыпется еда-то, хорош, там люди голодают. У тебя половина булки уже вывалилась. Хорош, ты чё? Подсоберись, мать. Ну как-то я не знаю, что ты сделай с булкой-то. Ну куда ж ты её раскидываешь-то по всей хате? Я пылесос доставать сейчас, ночь на дворе пылесосить. Вот, да. Почему так жики работают в вашей стране? Кто работает? Так жики. Ну, гастарбайтеры, люди приезжают денег заработать. У нас не только таджики работают. Знаете, до недавнего времени Россию посещало около 3 миллионов украинцев в месяц. Ой, в месяц, извините, в год. Ну... Ну. Так, чел, тут уже одна баба накидала это. Давай ты не будешь ничего кидать, окей? У меня пылесос один. Тоже приезжали почему? Работать, знаете, заработать хотели. Почему вы разрешаете им работать у нас, ну, в своей что? Стране? Почему вы разрешаете им работать в своей стране? Почему вы разрешаете людям работать в своей стране? О, вопрос-то на засыпочку. Почему вы позволяете каким-то людям работать в своей стране? Не, я без комментариев это оставлю, ну нахер. Знаете, трудовая миграция — это всегда хорошо. Люди вкладывают свою работу в благосостояние моей родины. Это здорово. А почему русские не работают на своей стране? Знаете... А, русские не работают на своей стране. Мы ж тут все безработные сидим. Чат, кто-нибудь из вас работает? Я так понимаю, никто не работает. Никто не работает. Все русские на стране на своей не работают.
мы все русские работаем на другой стране. Мы берем чемодан, вокзал и доить клубничку. Мы никто не работает. Вообще ни один русский не работает в России. Никто. Все россияне сдают квартиры. Мы все получили по хате. При рождении нам государство выдает квартиру. Мы ее просто сдаем. И живем все на улице. Так что у нас все чики-брики. Не всегда можно заполнить все вакансии коренным населением. Есть, знаете, низкооплачиваемые какие-то профессии, на которые традиционно местное население не готово идти. Вот, например, знаете, в Германию едут поляки работать, в Польшу едут украинцы. Да. В Украину не едет никто. Ну, так бывает. В Украину никто не едет. Там потому что уже вообще не платят. Ну, да, да, да. Да, да, да. В принципе, все. Ну, вопрос. Просто трудовая миграция, это знаете. Где лучше, туда ли едут люди работать. Все, братан хотел узнать, почему к ним не едут, а к нам едут. Все, узнал, понял, ясно. Все, спасибо. Все. Да, все, спасибо. До свидания. Да не за что. Бывает. А то не знал, приезжайте, да? Приезжайте работать. Добрый день. Добрый. Я из Санкт-Петербурга, вы откуда? Я из Украины. Хороший сейчас город. У себя на родине? Нет, живу сейчас в Польше. О, наш любимый. Сюда, сюда, любимый наш поляк украинский. Скажите, пожалуйста, сколько лет строился мост? Какой? Керченский. А, сейчас Крымский мост он называется. Ну, на, ну давайте будем называть. Слушайте, Крымский. Слушайте, по-моему, полтора-два года он строился. Вот. А скажите, пожалуйста, для чего он строился? Ну, для чего строился мост? Можно я отвечу? Чтобы над ним летали самолеты. Самолеты не могут летать, пока где-нибудь нет моста. Вот я знаю, я читал строительство мостов. Мосты строят для того, чтобы над ними самолеты летали. Потому что если моста нет, то самолет не знает, куда лететь. А так он видит мост и летит. Для чего еще мосты нужны? Не для того же, наверное, чтобы по ним кататься. Ну, ей-богу, ну херню-то не спрашивайте. По мосту же никто не ездит. Чтобы соединить в условиях блокады... Для чего? Для того, чтобы соединить сообщение между гражданами России, которые проживают в Крыму, Вы сказали в условиях блокады. А конечно. Были условия блокады? Конечно, естественно. Украина первая вырубила электричество в Крыму, да, разрушив опоры энергомоста. Это да? Когда? Это когда? В 2014 году, под Новый год. В Новый год с 14 до 15. Мост когда начали строить? Ну, в 2015 году, по-моему. В каком? А, в 2015. А до этого действовала паромная переправа, соединяющая материковую Россию с полуостровом Крым. А мост это к чему? Вообще, в принципе, мост это он к чему? А когда, по-вашему, тогда проходила Олимпиада? Олимпиада в 2014 проходила зимой. Зимняя была Олимпиада. В начале года. 14. Да, давайте я вам прочитаю. К Олимпиаде мост уже был построен. Вы серьезно? Вы давно не... В Олимпиаде был уже построен мост зимой. Так а Гилькин что, по Крымскому мосту, получается, припердячил? А что он нам не сказал? Не были на Украине. Ты что, поляк? Ну, открывайте интернет или что-то. Давайте. У вас есть? Строительство моста, вам могу сказать. Да, строительство... Да. А вы думаете, что мост был построен до Олимпиады еще с Крымом? Я вам скажу, что мост был еще построен до начала всех событий. До...
До начала всех событий каких? До начала времен? До начала развала СССР, может, его построили? Может быть, его построили в Российской империи? Дядь, до каких событий? Ты вообще что там в Польше? У вас там что курят? Сидят поляки, херачат. Ты что, алё? Ты дурак? До каких событий? До еще Майдана? До 14-го года. А-а-а! Так мост Янукович с Путиным вместе строили. Смотрите, сначала был мост Крымский. Потом, значит, в Киеве взбунтовались, потому что какого хрена вышли на Майдан по поводу Крымского моста? Потому что были недовольны тем, что построили Крымским... Так вот с чего все началось. И по мосту приехали зеленые человечки в Крым. А ты как все складывается-то удачненько. А, сука. А потом в 15-м году на Украине каждый дурачок вот высказывался, что Крымский мост построить невозможно, хотя Крымский мост уже год как стоял. А они сидели и записывали видосики, что Крымский мост построить невозможно. А оказывается, из-за него Майдан уже случился, поэтому йододефицит – это все выдумки российской пропаганды. На самом деле йода не существует. Ясно. Вы давно не были на Украине, я так понимаю. Че, братан, голубиная почта сломалась, да? Голуби не долетают до тебя? Тяжелый случай. Ну, покорми голубей. Может, новости какие прилетят из 2017 года хотя бы? У вас доступ в интернет-то существует? Конечно. Да, существует? Я, ну, простую банальную Википедию открою. Пошел голубей кормить, короче.